11 января «Локомотив» начал подготовку ко второй части сезона. Начал с длительного перелета в Арабские Эмираты. Следом неблизкий путь до столицы – Абу-Даби. Но сразу по прибытию в отель команда отправилась на тренировку. Время не ждет. Занятие носило скорее втягивающий характер. А вот на следующий день уже утром ребят ждала двухчасовая тренировка. А режим тренировок – двухразовый. Ребятам после последней игры раздали программы. Мы их предупреждали сразу, что до первой игры в Лиге Европы стоит все равно месяц, что начнем сбор без раскачки. И они к этому готовы, приехали в хорошем состоянии все ребята. Мы довольны ими, так что все хорошо пока. Мяч на утренней тренировке появился только спустя 1:20, то есть, я так понимаю, на первом сборе акцент будет больше на физику, на тактику, верно? Ну, это да, но я не сказал, что именно на физику. Там будет все вместе и физика, и тактика, и техника. Тактические упражнения, удары поворотом, может быть, они разные. Так что, ну, как еще повторюсь, что времени так много до первой игры. Так что приходится немножко форсировать подготовку. Но форсировать надо по уму. Главный тренер отметил, что до матча плей-офф Лиги Европы всего месяц, поэтому уже вовсю идет серьезная работа. Не за горами первый контрольный матч. В воскресенье 17 января «Локомотив» сыграет с чемпионом Узбекистана «Пахтакором». Сыграет под нагрузками. Не то, что под нагрузкой, а под приличной нагрузкой. Поэтому мы предполагаем, что будут два состава по 45 минут играть. Первый год.